К Жене и Павлику приехал из города двоюродная сестра Инночка. «Ну, дети, — сказала мама, — нечего вам без дела сидеть, идите в лес за грибами. Посмотрим, кто из вас лучше грибы собирает». «Я лучше всех собираю, — сказал Павлик. «Нет, я лучше, — сказала Женя». А Инночка промолчала. Она вообще любила помалкивать. Побежали дети в лес и разошлись в разные стороны. Через час возвращаются. «Я лучше всех собрал!» – кричит Павлик издали. «У меня больше всех грибов! Глядите, полное ведро!» Посмотрела мама и улыбнулась. «Неудивительно, что у тебя полное ведро! Ни одного хорошего гриба! Одни только поганки!» «Неважно, ты собираешь грибы, друг мой Павлик!» «Ага!» – кричит Женя. «Я же говорила, что я лучше всех собираю! Глядите, у меня самые большие и самые красивые грибы – красный и белый горошек! Ни у кого нет таких красивых грибов!» Посмотрела мама и засмеялась. «Глупенькая, это же мухоморы! Они хоть и красивые, да никуда не годятся. Ими отравиться можно. В общем, ты тоже плохо собираешь грибы, Женечка». А Инночка стоит в сторонке и помалкивает. «А ты, Инночка, что молчишь? Показывай, что насобирала». «У меня совсем мало», — говорит Инночка застенчиво. Заглянула мама в Инночкин кузовок. А там 10 превосходных грибов. 2 прехорошенькие сыроежки, похожие на розовые цветочки. 2 лисички в желтых китайских шапочках. 2 двоюродных братца, подосиновик и подберезовик. Грусть, рыжик, волнушка. Да большой, крепкий, пузатый боровик в бархатном берете. А сверх того... еще и целое гнездо опят удалых ребят.